Ну что, мы ждали и мы дождались. Алан Загой под 21 номером в компании со своим партнером. И вы подошла Загоев с мячом, передача налево, взяли, что-то побегает, получает мяч, идет дома в финалисте, и дальше тебе спустить, мы можем. Быстрее принимать решение, нужно свое сравнение. Сейчас на поле под 21 номер, вот он мультом. Паспертка остался и Каназар. Загоев, Постановский, Шеленков. Три книги Шеленков один в один. Нужно решать, обыгрывает Левушкина. Открывается Алан Загоев. Нет, Загоев, передача на выход Слановскому. А у классика 13. Подходит наверняка не первый гол. Забил у нас Петрика Назарова после опять реакции передачи Остановского. Вот она сила Пищевика. Прострелы на место флангов на свободе. Назарова есть шанс на блоке. Идет включение Загоева. Передача вот там снова сыграл Журавлев. Прервал передачу. И ответ физический. Баланс открыл. Счет забитый мячам в формате 8-8. Наверняка будет играть на Загоева. Загоев, какая передача, и мяч! Выскакивает из ворот, мяч и ворот. Нет, сейчас момент, где Назаров скидывает на Загоев. Загоев бьет! Давай, Серега, замена, да? Вот замена. Алан находит передачу Зиновьев. Зиновьев в центр штрафной, не успел бить эту передачу Шеленков. Зиновьев дает передачу на Слановского. Слановск красивой пяткой. От Загоев пропустил мяч на Евгения Алдонина. Алдонин успел к этой передаче, возвращает от Загоеву. Зиновьев бьет. Защитник не справляется с этим выстрелом, принимает его на себя. Сыграл Лавищевик уже, может быть, с таким энтузиазмом идет вперед. Загоев доходит передача. Передача. Аслановский, Шеренков, Зиновьев, браво. Приехал. Слановский на скорости. Отдает передачу на Загоев. Загоев должен закрывать. Шеренков, Алдонин видит, где находится Загоев, Кожаров, Бачев. В одиночестве стояли на крайней станции, мяч туда не был доставлен. И все, Владимир Денис Никонов побеждает. Классик счета 8-4. Хороший там, по-моему, один с вами смотрели, солидные моменты. С хорошей игрой батареи. Да, были индивидуальные ошибки. Но в целом я получил удовольствие от этого матча. Алана Загоева.